Здравствуйте. Рады приветствовать дорогих телезрителей. С прошедшими праздниками поздравить. Телезрители громко сказали. Интернет-зрителей. Интернет-зрители, да. Те, кто имеет такое терпение нас послушать. Сегодня мы решили поговорить на тему, которая вспыхнула в конце прошлого года, но так потихоньку-потихоньку угасла. И мы попробуем обсудить, почему, как и зачем все это вот выносится на общественное умозрение. Значит, это тема царских останков, ну и возникший параллельно с этим скандал, связанный со станцией Войково. Ну и в общем, вот такие вопросы нас интересуют. Они такие историко-политические. Вот мне интересен вопрос, потом я выскажу свое мнение, но сначала, батюшка, скажите, вот по-вашему, что связано вот с этим раздуванием вот этих вот разговоров вокруг старых царских останков, вокруг нахождения все новых останков, утверждения их, то они правильные, то кто-то начинает там говорить, что они неправильные останки. Что это вот такие за свистопляски происходят вокруг этих гробов святых? Дело в том, что мы сейчас находимся на таком очень важном, на такой важной развилке в истории нашей, что в очередной раз, как было, например, это в период монголо-татарского нашествия, или, например, период смуты после смерти Ивана Грозного. Все эти периоды, они характеризуются тем, что проект, такой общемировой проект под названием «Россия» пытаются закрыть. Причем закрыть его разными способами, разделениями, соединениями с какими-то другими государствами, потом всевозможнейшими внутренними войнами. И этот процесс, он никогда не прекращался. Ну а так как мы благополучно, да я думаю, даже не то, что там мы, а вот именно то самосознание и самостояние народа, которое было в конце 19 века, оно добровольно разрушило Россию, то есть как бы признало это, что необходимо разрушить эту державу. И в 90-х годах повторили этот сценарий опять. Я все удивляюсь запасу прочности, насколько все-таки кровь русская, да, она держит державу, несмотря на то, что ее так активно стараются разрушить. У нас осталось, по сути, два как бы пути. Либо опять закрывать этот проект и какой? Бездействовать Россию. То есть закрыть ее теперь окончательно, там, разделить ее между Востоком и Западом. Либо сопротивляться, то есть как бы, ну если сказать это в биологическом смысле, то значит либо драться со стаей волков, которые претендуют на наши территории, либо позволить им отгрызть нам уши и хвосты и перегрызть нам горло. Ну естественно это очень сложно, понимаете, то есть защищаться в нынешнем современном мире, мире масс-медиакультуры, мире бесконечной лжи, мире бесконечных провокаций, очень сложно защищаться. И на этом пути каждый выдумывает какую-то вот свою самооборону, самозащиту. Поэтому вот эта возня с останками царственных страстотерпцев, это самбо. Есть, знаете, бои без правил, есть там карате, айкидо, а это самбо такое своеобразное. Когда пытаются привлечь внимание народа к его истории различными спекуляциями, причем, знаете, не подходя к этому исторически и исторически грамотно и осознанно, а подходя к этому сумбурно, совершенно не зная истории, неся всякую чушь и даже, я бы сказал, определенного рода психические расстройства, которые выставляются чуть ли не за старчество. Вот сейчас вы посмотрите телевизор. Один канал беспрерывно показывает колдунов, которые без конца, без края там что-то находят, кого-то колдуют, разколдовывают. А второй канал беспрерывно показывает там последнее пророчество старицы Матроны. Последнее пророчество старицы Матроны. Это настолько это мир запакостно, что уже выдержать невозможно. Потом, в конце концов, будет еще дальше скрытые дневники старицы Матроны. Там Шерлок Холмс и доктор Ватсон представляют. То есть, все это
Это все розыгрыш. Это такой патриотический розыгрыш, когда на самом деле выставляется на показ то, что интересно толпе. То, что можно привлечь. Да, да, это на уровне психиатрии, а может быть даже и уровень определенного зомбирования. То есть проявляется, насколько народ склонен к мистике, насколько народ склонен к вот такой, как бы сказать, опиуму, которым можно одурманить человеческий разум, или насколько человек способен реально воспринимать события. И вот к чему вернемся, к той возне, которая вокруг всего этого происходит, вокруг этих событий, она, мне кажется, именно хочет люди, которые этим занимаются. А занимаются этим, несомненно, очень высокие люди. Это, знаете, это не, я думаю, это на уровне каких-то отделов правительства, там, патриархии и так далее и тому подобное. Они просто смотрят, насколько маргинализация народа происходит, общество. Да, общество. То есть насколько будет восприниматься вот это вот народом, сколько оно будет привлекать интереса, маленькое дополнение, сколько внимания. Действительно так, потому что первую свистопляску вокруг царских останков организовывал вице-президент Немцов. Вот, да, абсолютно вот верно. А сейчас другие там Рогозин и прочие, все остальные ворушат. Вы понимаете, мне кажется, это именно очень продумано все. Это делают отнюдь не верующие люди, а люди, которые должны управлять стадом в виде народа, этой стаи большой. И они проверяют, насколько мистическая составляющая, насколько она может быть принята в расчет в зомбировании народа. То есть, возможно ли влияние на умы с помощью ворушения вот этих древних святынь, каких-то древних идей там и давно позабытых уже народных традиций. Вот. Причем, мне сдается, их использовать стараются в определенном для себя выгодном ракурсе, не так, как есть по-настоящему, то есть вот как исторически сложилось, а все выставляется таким образом, вот, чтобы оно было в нашу пользу, как некие аргументы для спора о русской истории. Смогут ли они? Они могут вырулить это наоборот, не в нашу пользу. То, что все очень быстро заглохло и быстро затухает и глохнет, говорит о том, что, мне кажется, слава Богу, что народ наш нельзя вернуть вот в это поповское, да, средневековое, да, рабство. Нельзя. Вот понимаете, а зачем вот эта вся мистика? Это вопрос простой. Насколько добровольно люди опять отдадутся в рабство? Или они будут сопротивляться этому? Это желание убедить всех в том, что они должны в землянках, голодные, раздетые, защищать чьи-то великие идеи. Причем не свою землю, не свою плоть и кровь, не свой народ, который как Ельцин продаст за 20 минут в пьяной в бане. И за это умрут миллионы людей. А просто проверить, насколько можно будет вот этой массой в определенные моменты опасности, волнений, там каких-то политических каких-то действий, насколько вот этой массой можно будет руководить. Это вот было точно так же было в революционные моменты. Гапона, попа Гапона выпустили, проверить, пойдут ли за ними люди. Пойдет за ним толпа. Это была проверка такая, насколько он может принимать участие вот в революционных событиях. И действительно, когда за ним пошли там вот это миллионы людей, там толпы пошли людей за ним, это использовали для провокации, то есть расстреляли людей, настроили против тогда действующего правительства. Все это использовалось именно в таких вот определенных целях. И кончилось тем, что просто потом повесили в шкафу и задушили. Хорошо, я вашу мысль понял. В общем-то, резонно. Действительно, идет какая-то сверху назначенная информационная проверка. Да. Действительно, это так. Это постоянно проходит. Они зондируют, проверяют. Но дело в том, что есть еще один момент. Тут нельзя отрицать же, что вообще-то определенные исторические вещи, они для такой хронологии, хронической
исторического, хронологического построения нашей истории, они очень важны. И ведь вопрос, связанный с отношением общества, народа и царской семьи, это вопрос очень сложный. Он уходит в глубину веков, и значит, многие вполне определенно и справедливо считают, что действительно в 17 году состоялось предательство народа, дававшего когда-то клятву. Но ведь соборная клятва – это все-таки клятва, принятая на себя как бы обществом, народом. И не то, что там те люди приняли, а общество и народ обязаны были эту клятву соблюдать каким-то образом, раз они находились в православном таком поле. Значит, и вот в связи с этим, конечно, в обществе есть такой момент, конечно, интерес к царским останкам, к убийству царской семьи, он обоснован, он правилен, он как бы поставить точки над «и» надо бы, но при этом, как вы правильно говорите, этот интерес используют в других целях, могут использовать совсем совершенно в других целях, и в том числе подменой царских останков. То есть есть абсолютно справедливые сомнения в том, что снова нам выдают какие-то настоящие останки, как было тогда с Немцовской комиссией, которая копала-копала, ковыряла-ковыряла, и в конце концов похоронили там два каких-то совершенно невообразимых скелета, у которых даже признаков никаких не было, вот тех, которые должны были вот у настоящего Николая Александровича быть, там, шрамы там на голове, там, зубные какие-то там вещи, люди знают. Но тем не менее, раз признали, там кто-то признал, кто-то там постоял, кто-то приехал из-за границы, там постоял, поклонился. В то же время церковь официальная не признала. И какой-то, вот это смешно, да? Это как-то смешно. Хоронят в Петропавловской крепости, среди, значит, действительных царских останков, которые там бывшие там наши государи, там, их жены, там, дети, великие князья, среди них хоронят вот эти вот два непризнанных православной церкви скелета. Так это дело замяли тогда в 90-е годы, якобы сославшись на то, что британская комиссия по генетической экспертизе, вот мы ей должны доверять там на 100%, но люди как-то не стал, вот это действительно была проверка, общество не повелось, не было такого никакого психоза по этому поводу, похоронили, все сказали, были какие-то люди замучены, похоронили их и отстаньте. Нет, снова подняли вопрос, опять раскопали каких-то скелетов и давай, значит, ходить вокруг да около, признанные или непризнанные. Вот я в этом отношении говорю. И ведь посмотрите, какая идет подмена понятий вот этих вот исторических. Дело в том, что ведь были проведены экспертизы и следственные эксперименты сразу же после расстрела царской семьи. Этим занимались довольно профессиональные следователи по свежим следам. То есть сначала два человека пришло, генерал Гитлер посылал, потом следователь Соколов, который продолжил это расследование, шахты, собрал полностью все, что только можно было собрать по свежим следам, исследовали это место, исследовали вот это место, где горели вот эти сжигали. Значит, всех возможных и невозможных свидетелей. Все слои почвы, пропитанные там жиром, установили, что были сожжены, сожжены какие-то тела. Это было все установлено экспериментально, значит, и подтверждено актами. Ведь это был царский следователь по особо важным делам, присланный белым движением, которые тогда вошли в Екатеринбург. На основании этого Соколов за границей уже пишет довольно монументальное такое исследование, оно продавалось в 90-е годы его можно было купить в православной лавке. Вы посмотрите, сейчас его нет. Кто его спрятал? Вы почитайте это расследование убийства царской семьи следователя Соколова. Да, у меня тоже была прекрасная книга, прекрасная, очень серьезная история. Да, серьезно, очень спокойно, серьезно. И почему сегодняшние расследования не опираются на это расследование? Только там где-то касается, там как-то, он кто-то там проводил.
Ну, это же не серьезно. Это очень серьезно. Это еще раз дает нам с вами подтверждение. Да, подтверждение того, что Что это просто-напросто медиапроект. Политика, это маргинализация общества. Согласен. Новое мракобесие, это борьба с наукой, это желание выдать желаемое за действительное. Это все, и поэтому, естественно, кого нафиг будет интересовать следователь, который по горячим следам все разобрал, да. Когда есть другая совершенно цель. Нам нужно продать эту эмалированную кастрюлю. Зачем нам выяснять о том, что у вас есть гораздо лучшие кастрюли, керамические, там, стеклянные, подходящие для микроволновых печей? Нафига? Нам нужно продать нашу драную старую эмалированную кастрюлю. Пригласить из-за рубежа всяких князей, чтобы они шумиху тут шумиху создать. Посмотреть, насколько общество, как на это отреагирует. Это говорит, за вымя пощупать. То есть это надо, это проверка, какова будет реакция. Я, понимаете, здесь можно, вот соберется 20 человек, и каждый выскажет свое какое-то мнение. Один скажет, что это очень важно для русского народа, потому что это царская там, семья, наша история. Ну, важно. Другой скажет, что лучше к этому подойти разумнее. И если даже и прикасаться к этому, то с осторожностью, не устраивая вокруг этих политических провокаций. Третий скажет, что нам нужно обосноваться только на науке. Четвертый скажет, нам Господь Бог все откроет. Вчера вот блаженная Матрона приходила, все, и в последнем пророчестве все рассказала. Потом за ней еще пришел Иосиф Виссарионович Сталин и все подтвердил. Вот. И каждая группа будет свое, вот каждый будет своим заниматься. Я хотел бы немножко сделать взгляд в историю, вы поймете, о чем речь здесь. Когда умер Моисей, стал вопрос, где его, как его похоронить. И что бы было? Почти в читании останков Моисея. Какая могла, сколько вокруг этого могло быть всяких и до сегодняшнего дня политических, религиозных, исторических провокаций в Израиле. И поэтому приходит от Бога ангел, написано, скрыл его в неизвестном месте. Там до страшного суда. Если мы возьмем с вами других каких-то таких вот великих тоже исторических деятелей, тоже разум исторический подсказывает, что не нужно устраивать их гробниц. Найдите могилу Чингисхана. Или найдите, хотел сказать. Да, или найдите могилу, например, Александра Македонского. Да. Это разумно. А вот наш Ленин, вот Ленин и всякие Чучхе и прочие все остальные лежащие вот эти искусственные святыни в мавзолеях, они показывают, что не нужно этого делать. Потому что потом не будешь знать, куда закопать. Куда убрать и что с этим делать. И будет лежать, и неизвестно, как решить эту проблему. Поэтому подход таков. Если исторически так сложилось, как сложилось в царской семье, и столько есть и за, и против, то не нужно устраивать из этого политические шоу. Не нужно устраивать каких-то дебатов по этому вопросу. Ну, вот так сложилось, так сложилось. Если так вот было Богу угодно, так оно Богу и совершилось угодно. А теперь начинать из-за каждого пальца устраивать международные там экспертизы и по каждой там каждого какого-то зуба устраивать скандалы между собой и выяснения, это глупость. И используется она именно в интересах тех людей, которые решают на этом фоне какие-то свои сугубо конкретные цели. Если это какие-то там дворянские круги, они мечтают о возвращении монархии. Если это нынешняя современная политическая власть. Вряд ли монархия. Возвращение своей аристократической власти. Власти, да. Если это современная какая-то... Монарха не свергли в свое время. Да, политическая современная власть. Она смотрит, насколько можем манипулировать народом под знаменем вот этих вот монархических идей. Если это какие-то церковные поповские круги, они пытаются показать свою значимость, что они на этом фоне могут там собрать какую-нибудь казачью бригаду, где пару десятков алкоголиков будут демонстрировать чудеса тупости на фоне исторической безграмотности. Вот. И это все оно вот этим таким образом и движется. То есть каждый какую-то свою преследует цель. Мне кажется, этот вопрос надо спокойно закрыть и не ворушить его, поскольку он не имеет
какого-то принципиальной важности для нас. Да, вот исторически так сложилось. Но даже вот Христос, вот, да, вот Христос, 2000 лет, одни говорят, что воскрес, другие говорят, что не воскрес. И если вы возьмете интернет, то к каждому Рождеству и каждой Пасхе вы обнаружите. Там находят гробницу Марии Магдалины, останки Пресвятой Богородицы, склепы Иисуса Христа, 27-ю голову Иоанна Крестителя. И все это каждый раз повторяется. Это специально просто такой вот масс-медиа вброс, чтобы это смотрели, чтобы там интересовались. Это вопрос веры человеческой. Вот кто хочет, пусть как хочет, так и верит себе. Здесь нет политических таких вот требований, чтобы вот сейчас прямо выяснить, вот эта кость этому человеку принадлежала, вот эта кость этому человеку принадлежала. В этом нет смысла. Для этого нет сейчас смысла. Тем более, что если мы с вами возьмем вообще всю историю, вот, допустим, останков разных российских царей, там много чего напутано. Где царевич, был ли убит Иваном Грозным его сын, есть ли его останки, его ли это останки в Успенском соборе. Да. Оказалось, что не, вот, не был убит. Да, вот опять же спорят, продолжаются. Куда делись останки Александра I, где они, гробница пустая, кто где был похоронен. То есть это превращается в сериал. Это можно, знаете, вот бесконечно, кто с кем спал, кто кого родил. А где чьи кости, кто где умер. И вот это вот можно бесконечную историю продолжать. Поэтому я думаю, мы должны к этому подойти вот здраво, с точки зрения науки, подойти с точки зрения здравомыслия, с точки зрения пользы нашей исторической. И этот вопрос не выставлять постоянно на общественные вот эти бесконечные суды. Хорошо. Значит, все правильно. Значит, с точки зрения науки, есть наука социология, есть наука политология, история, значит, науки. Ну, это науки, да. Действительно. Если там есть определенный системный научный подход, то можно считать это наукой. Поэтому, с точки зрения того, что это как бы такой опыт, я и согласен, и в то же время не согласен. Это и опыт, и в то же время проведенный такой тренд, опять же. И этот тренд имеет такой колоссально... Опять же, антисоветский оттенок. Антисоветский. Да, против. Да, согласен. Вот. И... Ненужный совершенно, неправильный. Совершенно ненужный. Опять же, вбрасывающий раздрай в наше общество. Как бы кто-то не стремился сегодня забыть вот эти вот старые гнойные раны, закрыть их, залечить и успокоить. Нет, опять кто-то все расцарапал. Эти гробницы, да. И я бы в этом отношении привел бы параллельный вот этот вот случай, который прямо буквально параллельно вот этим вот последнему останкам царской семьи и расследованию, объявили, значит, скандал вокруг станции Войковская. Значит, почему этот вопрос интересен? Он мне лично интересен тем, что власть пошла даже на самую такую тупую организацию СМИ клеветы. Это опять проверка. Это проверка, можно ли манипулировать обществом с помощью колдунов, с помощью пророчеств старицы Матроны или вранья. Как любой, все способы надо проверить. Я не знаю, смотрели. Ну, вы, наверное, выпустили это, но в центральных новостных каналах есть такая передача «Вести недели», которую ведет Киселев Дмитрий. Может быть, мельком, да. Ну, да. Дмитрий Киселев каждую неделю подводит итоги недели. И вот месяца полтора назад или два он выступил с такой подлой клеветой вот на этого бедного Войкова, с такой омерзительной клеветой, что было просто вот непонятно, что он делает. Он вообще понимает, что он творит. Он рассказывает на центральном информационном канале. Да. Он рассказывает практически лживую, подлую клевету, самую грязную, и с таким апломбом, что было просто видно, парень, ты, наверное, какой-то пещерный антисоветчик, совершенно невежественный ты, или специально вбрасывающий эту схему. О, уже ближе к истине. Да, ведь пользоваться такими вот материалами, которые использовал Киселев, может, либо полный профан в истории, либо человек действительно сознательно вбрасывающий вот эту подлую клевету. Конечно. Какой бы там ни был этот Войков,
кратко, прям буквально в двух словах, все то, что он там разрезал, бил там штыками, там снимал перстни с убитых там царевен, ну это подлейшая клевета, которую, ради которой даже ни один серьезный историк даже связываться не будет. Он просто посмотрит на это и скажет, идите психически ненормально отсюда, и мы об этом даже говорим. И съел любимую царскую собачку. Да, и съел, и сердца там проглотил. На него. Значит, единственное, в чем Войков участвовал, да, действительно, он подписывал в составе совета Екатеринбурга с комиссией, приняли решение о расстреле царской семьи. Значит, в связи с приближающимися белогвардейскими войсками. Да, и в связи с тем, что он заведовал, значит, был там человеком, который отвечал за все материальное владение вот по этой области, значит, он подписал, значит, есть его акт выписки вот этой бочки серной кислоты. Это да, это было, это и у Соколова фигурирует в его расследовании. Тут отрицать этого невозможно, тут надо просто подходить к этому системно. Какое было время, какие были люди, такой ли уж Войков один там такой дикий и страшный человек, который вот на это пошел. Товарищи просто не понимают, что, господа товарищи, просто не понимают, что тогда в то время больше половины страны сказали, да и по делам ему. Ну такое было время психологически. Оно было не психологически, это было обусловлено. И царские офицеры, которые продали присягу. Исторических событий. Да, предали присягу, которую давали они царю. Ну а мы в 91-м году. И все, даже, сегодня можно ставить какие-то сказочные фильмы о том, что кто-то хотел спасти государя. Да никто его не хотел спасти. Он был никому, к сожалению, не нужен. Эта царская семья была обречена, если бы, может быть, по-другому обстоятельства сложили, возможно, им и не дали бы умереть. Но сложилось так, что их приговорили к смерти. Кто-то к этому целенаправленно вел. Значит, больше никаких таких преступлений за Войковым вообще-то не числится. Вы даже посмотрите, есть определенные расследования этой личности. Откройте Википедию, там идет по непроверенным источникам, постоянно везде смотришь, а что же вы тогда написали, раз все по непроверенным источникам? Сказки. И вот на основании сказок господин Киселев и же с ним советских святых, поливают советских деятелей грязью. Ну, надо сказать еще, что Войков был такой абсолютно стандартный революционер. Стандартный не в том смысле его знаний там, и он был довольно такой оригинальный парень, молодой очень, он очень имел большие таланты и учился неплохо там, но его выгоняли за революционную деятельность, и он постоянно шел за революцией, за этой, просто самоотверженно шел. В его деятельности такой вот что-то такого необычного для наших революционных нервов никаких не было. Он даже работал во временном правительстве, уж если кто-то не знает. Его привлекали как человека, который мог контактировать с рабочими. Вы знаете, я вот прекрасно все это осознаю. Можно думаю, он не будет, Войков, достоин этого вот киселевских высказываний, не всякого сомнения. Я бы еще добавил пару слов, даже для характеристики этого человека. Да, он прошел революцию, прошел вот этот вот кошмар, который был связан с теми делами, с расстрелом царской семьи и так далее, не будучи вот таким вот непосредственным организатором, участником, а просто человек, который оказался там в то время и в том месте. Да. И он был послом, яростно настроенный против России, антироссийской Польши. Я только хотел сказать. Он выполнял там очень тяжелую миссию человека, на которого валились громадные клубки вот этой злобной энергии. В конце концов, его там и в него там стрелял человек, который, ну, если уж на то пошло, этот человек потом работал с немцами, с эсэсовцами, ушел провокатор, будущий фашист, да, скажем так. В него стрелял тоже молодой такой, не помню уж фамилию, неважно. Значит, надо отдать должное, и этому есть подтверждение исторические, что Войков, будучи в сознании еще определенное время, когда умирал в больнице, до самого конца, будучи послом страны СССР, говорил своему товарищу: иди,
там документы, чтобы они, не дай бог, им не достались. Понимаете, этот человек переживал не за себя, не за свою смерть, он переживал за страну. В конце концов, да, его привезли, почетно похоронили, значит, назвали там его честь, там сначала завод, но потом, соответственно, станцию Войкова. Вот после этого, не после того, что он какой-то там Пинхус Лазаревич, как многие говорят, нет, это был обыкновенный русский парень, у которого отец был Лазарь, за, ну, назван так в честь вот по святкам, по таким Лазарем. Ну, есть, опять же, доказательства исторические. Это был простой Петр Лазаревич Войков из рабочей крестьянской семьи. Значит, и вешать на него какие-то нестандартные какие-то идеологемы, ну, просто подло перед историей. И вот после того, как, если бы люди разобрались все-таки, что это за человек, ну, пусть бы они со свежей здравой головой принимали решение, достоин ли в его честь называться вот эта вот станция или недостойно. Если позволите, я еще пару слов скажу. Дело в том, что мне так по жизни своей получилось. Я знаю лично человека, который инициировал вот эти вот все переименования в свое время. Он же выступал в Москве за то, чтобы царскую семью сделали, как канонизировали, господи, слово из головы вылетело, за канонизацию царской семьи. Это было очень широкое движение, Союз христианское возрождение, партия, это Владимир Николаевич Осипов, значит, русский писатель, диссидент, помните, да, ну, известный довольно человек, довольно уважаемый, не глупый человек, ну, вот он за эти вещи выступал. И мне пришлось с ним вот беседовать, прям вот лично, ну так получилось, я приглашал его в свой город, где раньше жил, он приехал и останавливался у меня. Вот мы с ним утром сели вот так вот за чашкой чая, и часа два или три мы с ним проговорили просто. Ей много удалось с ним поговорить, человек он неадекватный, я скажу, очень здравомыслящий человек. Адекватный, то есть? Да, неадекватный. А, неадекватный, да. Человек адекватный. Человек довольно адекватный, довольно здравомыслящий, но очень такой упертый в своих идеях. Значит, и он мне говорил такую вещь. Вот смотри, Евгений, ну, когда канонизируют царскую семью, вот тогда-то Россия и воспрянет. Я говорю, Владимир Николаевич, да не может такого быть. Ну, я его в то же... Одни лжецы победят других лжецов, и восторжествует правда. В 97-98 году. Правда. Одни лжецы других победят, и правда. Я к чему? После того, как царскую семью канонизировали, и после того, как Россия не воспряла и осталась также в зубах всего этого олигархата, Владимир Николаевич начал через несколько лет, буквально году в 2005 или 2006, колоссальную вот эту акцию против станции Войковской. Он начал там вводить крестные ходы. Я за этим по телевизору наблюдал, ну и так думал, ну господи, ну что с этими людьми можно поделать? Бредовая идея, навязчивая, вот. Маниакальный синдром. Да, и сегодня вот эти вот идеи русского патриота, в общем-то русского государственника, вытащили на свет силы другие и для других целей. Вот каким образом некоторые идеи могут использовать вот так вот исторически, политтехнологически. Вот о чем я хочу сказать. Конечно. Я должен буду сказать более такие грубые вещи, которые, может быть, некоторых озадачат, может, кто-то кинет в меня камень. Я хотел бы провести большую жирную такую границу между правдой и истиной. Истина – это что-то надмирное, духовное, метафизическое, божественное. Она есть. Ну да. Правды не существует. Правда – это сиюминутный, конъюнктурный момент, который решает тот, кто у власти. Вот посмотрите, для того, чтобы было понятно вся наша беседа. Вообще насчет Киселева – это жук-навозник, и копаться ему в дерьме всегда, и в говне он родился, и в говне в этом он умрет. Все эти Киселевы, Соловьевы, все эти товарищи, это жуки-навозники. Они талантливые люди, они грамотные, но, к сожалению большому, это люди, это холопы. И будут они холопами, и даже самыми, если они движимы самыми лучшими патриотическими идеями. Никакой правды
Там никогда не было и не будет. Значит, вся наша история, вот сейчас последних особенно столетия, она говорит о том, что кто у власти сейчас живой, тот и прав. Вот как, например, католическая церковь... Тот и заказывает таинство. Да, тот и заказывает таинство. Да. Кто вот... как было? У папы римские проблемы сложились. Древние папы и новые папы. Новые папы одно говорят, древние другое говорят. Ну, да. Признали, что живущий папа главнее мертвых Главнее, пап. Да, в нем истина. Да, в нем истина. Потому что те мертвые уже умерли, а этот вот живой. И все. И на этом вопрос решили. И здесь у нас так всегда в России решалось с историей. Не нравилось кому-то там Рюриковичи, Романовы переписали полностью древнюю рюриковскую историю. Скрыв, убрав все факты, летописи, все повыкидал. Этому я не верю. Можете, знаете, вот, Жень, прямо даже не крестясь и ничего, просто сесть и глянуть на историю и поверить. Если вы возьмете... Давайте не будем спор устраивать. Да, не будем на эту тему. Да, не будем. Я верю в историческую науку. Не будем спорить. Значит, дальше пойдем. Если вы возьмете любого царя, ассирийского, древнеегипетского, кого угодно, возьмите историю Египта. Каждый последующий царь отрубал носы предыдущим статуям, сбивал все таблички. Вы что хотите сказать? Что у этих перья из задницы росли? Или они были святее? Православные, великие, духовные стали. Всегда так поступали. Возьмите все нашу историю дворцовых переворотов. Каждый последующий душил предыдущего и кричал, что он помазанник Божий. Вот на этих периодах надо же легитимизировать свою власть. Так, поэтому показать, что она божественна. Вот так мы возьмем. Вот смотрите. Значит, нужно было в свое время опорочить царскую семью и Ленина прославить. Мощи его там на Красной площади. Согласен. Переборщили. Прошла эпоха. Теперь пришли другие к власти. Да. Теперь надо демонизировать этих, а прославить тех. Да. Надо же, база должна быть, на чем опереться, на чем твердо стоять. Вот их берут как базу, на них опираются. И начинают расканонизация этих Войковых, расканонизация там Сталина и прочее, прочее, прочее. Это к правде не имеет никакого отношения. Это сиюминутный, конъюнктурный, политический момент, который нужно решить для промывания мозгов. Оно в нескольких вариантах. Чтобы люди отвлеклись от более важных проблем, занимаясь всякой фигней. И либо кого-то били там другого. Знаете, какой есть анекдот? Это бегемот идет и смотрит, бьют крокодила. Вот, он спрашивает медведя, говорит, Миша, а что это крокодила бьют? Он говорит, да, у него слишком рожа большая. Бегемот ню-ню, говорит, ню-ню, и тихо отходит в сторону. Потому что бегемота тоже большая рожа, и следующего бить будут его, понимаете? И логика такая же точно здесь. Кого-то спихнуть на кого-то, там вот, на Войкова, там вот, он уже умер давно, этот человек, ничего там не было, все. Но вокруг его могилы надо создать вот это ворушение, копошение, чтобы отвлечь. Показать, от боли. А ту его, вот конечно, он, вот он злодей. У нас есть более близкие враги, которые такое здесь устроили вот на наших глазах. Это Ельцин и Гайдары. Они Войкову с его убийством царской семьи. Он ангел Божий по сравнению с Ельциным и с тем, что Ельцин устроил с русским народом. Совершенно верно. Согласен. И если Ельцина выкопать сейчас и его ним заняться, вот сейчас серьезно, то Войков по сравнению в тумане растворится, как ежик в тумане. Ельцина придавили громадным камнем. Да, и он такая вафина, Ельцин там троллял. И поставили ему другой памятник, Свердловский. Да, свой великий деятель нашелся, разваливший государство. Построили музей Ельцина. Да, поэтому суть такова. Что я думаю, что это все чисто конъюнктурно и сдуется, как с белых яблонь дым. Кроме того, еще надо понять правильно, что в глубине вот этот вопрос волнует 2% населения. Для остальных это так же, как вот, знаете, реклама о том по телевизору, что можно за 2 дня похудеть на 100 килограмм. Что то, что это разницы медиа, никакой
Совершенно я не просто так связал этот вопрос с антисоветским трендом. Вот антисоветские предпосылки, плюются с экранов телевизора, это волнует гораздо больше. Ну, это уже России. Да, это уже я с вами соглашусь. Да. То, что все противороссийское, против советское, против советское и против российское. Да, оно, вот оно, это уже между да. собой соперничает. А это уже я вам больше скажу. Это и больше скажу даже. Это уже пользуясь вот этой всей нашей мышиной вознёй. Те, которые могут навар сделать на вреде, приносимом России и приносимом русскому народу, еще и это вбрасывается сюда. Я думаю, что это даже не из одного потока, это как бы два параллельных, вот река, два притока реки, и они потом уже вместе несут вот эту мутную жижу вонючую дальше. И проверка, кто утонет в каком дерьме. Эта вонючая жижа, она пошла дальше очень быстро, поэтому мы знаем, что и в Новосибирске очень быстро подхватили этот антисоветский тренд переименований. Ну, раз не получается со станцией Войково, давайте в Новосибирске организуем переименование станции с площади Свердлова. Ну, кстати, переименовали, принято решение городскими властями о переименовании этой площади. Ну, не буду никаких слов говорить за Свердлова, у меня к этой личности отношение совершенно иначе, чем к другим, к тому же Войкову, Ленину, там, Дзержинскому и Сталину. Значит, но тем не менее, вот эти тренды, они подхватываются. И если сегодня против этого мало кто чего сказал, завтра опять начнется тотальный удар по нашей истории, по нашим действительно предкам, да, которые совсем недавно воевали и положили свою жизнь. Я думаю, это прощупывание. Это прощупывание реакция, опять, какая реакция. Больше даже скажу вам, я думаю, выше наши чинуши государственные попали под... Либо они сами этого хотят, либо они попали под вот эту волну, и сейчас вот эта идея переименований толкается. Я вообще считаю, что этот вопрос тоже нужно раз и навсегда закрыть. Закрывать надо. Да, просто закрыть и забыть про него. Каким образом? Ладно, я еще согласен с тем, что с точки зрения исторической правды нужно старые названия вернуть. Если это было там какая-то Волхонка, пусть она будет Волхонка. Меня это не раздражает. Но здесь, да, здесь в Новосибирске, этой площади Свердлова, она была всегда площадь Свердлова. У нас советский город. Да, она никогда не была. Новосибирск советский город. Зачем переименовывать? Это глупость. Поэтому если вот разумно подойти, ну да, давайте то, что было старое, вот восстановим. А переименовывать названия, которые новые, которые перед собой не имели предварительно каких-то старинных названий, нет смысла. Вот, поэтому я всегда опять вот к нашему, обращаясь к нашим зрителям, хочу вновь и вновь сказать. Не ведитесь никогда на вот эту всю медиа-ерунду. Да, не верьте никаким авторитетам. Постарайтесь с точки зрения здравомыслия, науки ко всему подойти. Не с точки зрения каких-то там религиозных верований, не с точки зрения каких-то там поисков, кто прав, кто не прав. А вот идите просто, рационально, кому это выгодно. Вот если вы этим путем пойдете, вы всегда найдете того, кто зачем вот это вот ворушит эту проблему. Потому что, как еще Толстой Лев Николаевич сказал, ни одно дело не совершается без личной заинтересованности. Значит, есть кто-то в этом заинтересованный, который это все копошит. И если это посмотреть и увидеть, кто копошит, вот только тогда вы увидите здраво, что же это за дело такое, зачем оно нужно и какой смысл оно в себе несет. Спасибо, батюшка. Спасибо. С минувшими праздниками всех поздравляю. Новогодними, крещенскими, рождественскими. Извините за нашу некачественную съемку. Тут блики солнечные. Ну, ничего страшного. Зато видно, что уже день прибавляется. Уже скоро теплее будет. Всех с праздником. С праздником. Всего доброго.